Валенки нам надо. Любимые валенки. О! Это отсюда. Это будет первое упражнение, а потом нам придется все-таки камеры немножко хорошо менять. Тоже, так, валенки. Тут надо так, одежда такая, которая бы не стесняла движение, это раз. Второе, чтобы она желательно была не синтетическая. Чем хороша обувь валенки? То, во-первых, это шерсть. Во-вторых, она обеспечивает как раз подготовку голеностопа к выполнению упражнений. То есть он прогревается, голеностоп, ему комфортно. В-третьих, мы очень четко чувствуем стопу через вот. Да, нормально. Отлично. Вообще великолепно. Так, ложимся ногами в ту сторону. Так, сейчас мы будем производить настройку. Так, так далеко не про... Чуть-чуть назад. Чуть-чуть в сторону назад. Головы. Оп, так. Так. Не, много-много. Чуть-чуть вперед. Еще так. Чуть-чуть. Вот так. Крестец располагается как раз напротив стоек. Так, теперь, Геннадий Петрович, давайте я вам для удобства положу под шею вот так вот валик. Поправьте его, как вам удобно. Так, отлично. Так, теперь наша задача посмотреть положение грифа. Должен быть удобное положение его должно быть. Сейчас мы его сделаем. Это у нас резиночки. Так, приподнимаем ноги. Так. Отлично. Так, отлично. Отлично. Все, опускаем ноги. Распрямляем их полностью. Вот так. Держаться вы будете. Вот здесь есть по бокам на стойках резиночки. Их вверх-вниз можно двигать для удобства. Ага, так. Вот. Распираться будем. Основание пяточной кости. Это косточка перед пяткой. В нее. И опираться будем на крестец. Наша главная задача с вами ничего не поднимать. Наша главная задача развить статическое усилие, разгибая колени. Опираясь на крестец, разгибаем колени и упираемся в косточку. Подъема не ожидаем. При этом лучше всего закрыть глаза. И внутренний взгляд направить в точку нагрузки, допустим, в крестец. Смотрите, как бы смотрите, что там происходит. Чем это интересно? Тем, что когда вы начинаете смотреть и видеть картину, или пытаться увидеть картину в точке нагрузки, мозг зависает, у него автоматически понижаются вибрации. И где-то вдалеке будете слышать мой голос. Я буду вас вести. Ваша задача будет только лишь выполнять мои указания. Сейчас расслабляемся. Может, вопросы какие-то есть? Острой боли никакой нету? Нету, ну так вот в пояснице там. Поясница. Сейчас будете ощущать, как поясница будет вставать на свое место. Так, сейчас расслабляйтесь. Глаза можно прикрыть. И начинаете смотреть именно в точку нагрузки. Это наш крестец. Крестец, да? Да, да, крестец. Прямо знаете, где этот крестец. Где-то. Так. Теперь приподнимаем ноги. Ставим на гриф. Распираемся в основании пяточной кости. Косточка перед пяткой. Так, ага. Немножко неудобно, но ничего. Это просто судорога сводит. Так, так, так. Опустите ноги, подготовьтесь еще раз. Расслабьтесь. Это непривычное положение, Левое. Правое нормально, левое. Давайте чуть-чуть приподнимите бедра. Таз приподнимите. Не, ноги обопритесь и приподнимите. Вот, я чуть-чуть подложу еще. Ага. Вот так. Приподнимаем ножки. Так, создайте... вот именно вот здесь. Вот так. Создайте легкое усилие, почувствуйте крестец. И расслабьтесь. Удобно? Так. Удобно. Все. Мысли стоп. Сделайте пол вдоха. И медленно начинайте разгибать колени. Работают только колени. Спинку не трогаем. Разгибаем колени. Разгибаем. Смелее. Давите. Давите. Еще. Так. Стоп. Опустите ноги. Распрямите их. Геннадий Петрович, делаем на задержке дыхания.
сделали полвдоха и затаили дыхание. И вся наша процедура должна длиться не больше 5-6 секунд, иначе вам захочется вздохнуть. Нам надо задержать дыхание, разжаться и опустить. Расслабьтесь. Расслабьте руки. Верхняя часть туловища расслаблена. Мысли стоп. Нам надо получать удовольствие от того, что мы делаем. Приподнимаем ноги спокойненько. Вторую ногу. Почувствуйте крестец. Ой, напустите это. Немножечко спазмируй. Сейчас. Так. Сделайте полвдоха. И поехали вверх. Смелей, 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 смелей. И опускаем. На это. Ага. Никак этот спазм не дает. Немножко неудобно, да? Давайте сделаем таким образом. Поскольку Жива, это... Приподнял. А? Приподнял. Приподнял. Да. Спазм немножко. Сейчас давайте полежите, а сейчас она у вас все равно придет в норму, потому что произошло уже напряжение. Сейчас сработало это. Сейчас будут отпускать просто. Сейчас она так, да, да, так, 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 так. Да, 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 да. Вот сейчас прислушивайтесь к собственным ощущениям после этого. Очень интересные они могут быть. Они приятные всегда, когда правильно выполняешь, дыхание не сбивается. Руки не надо напрягать. Руки не напрягаем, плечи не напрягаем, грудь не напрягаем, голова расслаблена, горло расслаблено. Поднимаем ноги. Сначала так. Давайте. Угу. Все, тогда долго не зависаем. Ага. Все, мысли стоп, ничего не говорим. Сделайте пол вдоха. Угу. И мягенько начинаем разгибать колени. Поехали, поехали, поехали. Смелей, 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 смелей. Ой, что-то опять, да? Сейчас левую отпустила, правую. Ага. Вот это да, гуляет. Да. Вот это вот эти проблемы, которые у нас накапливаются вот с годами. Когда мы начинаем выполнять здесь упражнения, это все будет отпускать. Она шевелится, обратите внимание. Интересно. Руки лучше расслабить тоже. Но боли нет такой, да? Боли нет. Сейчас левая отлично. Так я даже не ожидал. Думал, что правая. Правая же была нормальная. А сейчас левую отпустила, а правую? Да-да-да, сейчас справа. Вот. То же самое справа. Хорошо. Так, ну что ж, давайте еще одну предпримем. Попыточку, да? Угу. Приподнимаем. Так, отлично, все. Мысли стоп, ничего не угукаем, ничего не делаем. Все. Опять. Так, давайте сделаем таким образом. Все-таки, наверное, еще сделаем попыточку. Сделаем, сделаем. Надо немножечко нам дать им возможность почувствовать вот эту вот нагрузочку. Угу. И тогда у вас спазмы будут уходить. Это неудобно немножко сейчас. Положение такое довольно. Она и до этого у меня там спазмировалась в этих. Ничего, ничего, Геннадий Петрович. Как-то сразу так, а побыстрее давить, что ты так понял. А вот здесь под позвоночником ничего не надо. Ты смотри, я правая. Так, давайте сделаем по-другому. Мы это упражнение будем делать третьим. Давайте. А первым упражнением сделаем штангу на поясе. Вот тогда мы запустим. Давайте. Давайте. Вы у меня очень хороший эксперимент с вами. Давайте. И тогда, потому что стоя более привычно. Да. У меня до этого, я, допустим, надумаю, что-то там вот сесть, ноги прямые. А раз она там, ну, левую в основном хватала. Ну, там иногда правую. Сейчас мы с вами сделаем тогда именно
первым упражнением сделаем штангу на поясе. Штанга на поясе. Так. Есть определенные у нас так моменты. Что вы делали же тоже, да? Да, делали. Ну там только мы со штангой работали, а здесь мы работаем со снарядом. Да ничего, он не мешает. Так. Так. 7-7. Так вот как тогда передается вот этот рычаг сюда, отсюда, да? Получится. Да. Рама сама поднимается, вот эти вот... Да, чистая да. Физика, да. Здесь же идет вот рейка, угу. За которую тянутся. Вот эти, вот, а через рама. Это туда. Вот. Рама через этот кронштейн угу. Приваренный, она начинает подниматься. А точка вращения, вот она ось. Ну, этот рычаг большой. Большой. 1-4. Так, сейчас мы с вами сделаем следующий образ. Подождите, сейчас мы обмотаем поясницу. А пояс надо? Специальный. Да, специальный пояс. Так, держите. Сейчас возьмем вот эту штуку специальную. Так. Возьмите, придержите руками. Вот так. Отлично. Пояс предназначен для того, чтобы распределить давление. Не пояс, а вот этого войлок. Войлок. Так. Так, теперь придержите пояс. Вот так. Сейчас хорошо, не выходите. Так. Видим сейчас. Опс. Вот так захватим. Сейчас становимся лицом в сторону мандалы. Становитесь вы прямо вот сюда. Да, да, да. Сейчас настроечку проверим. Пока ничего не делайте. Не облокачивайтесь пока. Ничего. Так. Настраиваем сначала ноги. Ноги стоят следующим образом. Щиколотки напротив середины стоя. Чуть-чуть назад. Так. Нога. Щиколотки. Чуть вперед. Вот так. Стопы параллельно, Геннадий Петрович. Угу. То есть пятки не наружу и не внутрь. Вот так. Отлично. Облокачиваться будем на предплечье. Слегка, да, на предплечье. Так. И слегка согните колени, а крестец максимально кверху, прогибчик. Вот такой. Вот. Подождите, встаньте. Чуть-чуть повыше. Вот так. Вот это положение. Так, сейчас проверим длину пояса. Присаживаемся еще чуть-чуть. А теперь слегка разгибая колени, натяните просто. Слегка, слегка, чуть-чуть. Присядьте чуть-чуть. Так, еще раз слегка натяните пояс. Так, зажатый. Сейчас передвиг. Подождите. Так, разгибайте колени. Так. Разгибайте. Натяните пояс. Чувствуете? Почувствовали? Угу. Ага, присядьте. Ты не одинаково. Не-не, все нормально. Встаньте ровно, это ерунда. Встаньте ровно. Так, пояс мы с вами настроили. Теперь предварительная подготовка к выполнению упражнения. В чем она заключается? Возьмитесь руками за перекладинку. И как будто присаживаетесь на стульчик, ноги не отрывайте, а растяните позвоночник, расслабьте его. Руки распрямите до конца, опуститесь на них и расслабьте поясничный отдел. Все, спокойно, только не шевелитесь, просто расслабляйте. Он как бы растягивается, снимается с него нагрузка с поясничного отдела. Отлично, все. Встаем. Теперь глаза прикрыли. Опустите руки вдоль туловища. Не надо наклоняться. Глаза закрыты. И теперь представьте, что у вас из правой и левой ноги вы как дерево пускаете корни. Якоритесь. Стационаритесь в этом месте. И чувствуйте... Готовность, она придет у вас от сердца. Как только вы почувствуете, что сердце дало вам такую команду, принимаете исходное положение. Так, облокачиваемся на предплечье. Натягиваем пояс, разгибая колени. Почувствуйте его. Влево-вправо качните, серединку почувствуйте пояса. Крестец максимально кверху. Поясницу расслабить, плечи расслабить, голову чуть-чуть наклонить, расслабьте ее то же самое. Внутренний взгляд направьте сюда, в крестец. Все. Дыхание спокойное. Сделайте пол вдоха.
Затаите дыхание и медленно начинаете разгибать колени. Поехали. Смелей, смелей. Поехали, поехали, крестцом кверху. Только ножки работают. Смелей, 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 смелей. Еще, 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 еще. И опускаем. Присаживайтесь. Глаза не открываем. Стоим ровно. Опускайте руки вдоль туловища. Туловище прямое. И дайте свободу, почувствуйте вот это приятное расслабление. И тело захочет что-то делать. Дайте ему свободу. Если захочется расправлять плечи, пусть расправляется. Появилось ощущение роста, как будто тянешься кверху. Это очень здорово. И вот эта приятность. Все комфортно? Отлично. Да. Отлично. Какой вес был? Мы вес. Вес это наш ключ. Мы себя открываем при помощи веса. А не важно, сколько тут. Между подходами 30-60 секунд. Можно заметить, что когда выполняется упражнение, не сбивается дыхание, не краснеет лицо и не начинает усиленно биться сердце. То есть все спокойно, все комфортно. Присаживаемся, облокачиваемся на предплечье. Присядем. Натягиваем пояс. Так, влево-вправо качнуться, серединку почувствовать пояса. Поясничку расслабить, плечи расслабить. Внутренний взгляд направить в крестец. Дыхание спокойное. Вам ничего не надо поднимать. Надо просто разгибать колени. Сделайте полвдоха. И как домкрат, крестцом кверху, пошли вверх. Смелее. Разгибаем коленочки. Смелее, смелее. Работают только ноги. Смелее, 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 смелее. Еще, 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 еще. Еще, еще. И опускаем. Отлично, присели. Сейчас легче пошло. Встаньте ровно, глаза закройте, пустите по себе. Лучше всего пускать поток по себе. Слушай, Сереж, я могу сказать уже вот то, что я сейчас чувствую. Вот это у Анатолия Ивановича позанимался, у тебя до этого позанимался. И вот это, что ты сейчас вот это демонстрируешь на мне, я так должен сказать, раз в 10 лучше. Это здорово. Это здорово. Надо. То есть совсем иное. И ощущения, и вот эти вот веса, и та-та-та-та-та. Я очень доволен. Так. Идем дальше. Так, стойте, стойте, получайте фока. Можно вызывать себе искусственный поток, прямо направлять его в макушку и через руки, через ноги сбрасывать вниз. Прямо прогонять. Я как-то в этом, что я заякорился, как-то вот это два корня у меня выросли. Вот, 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 здорово. Корни выросли, Саша. Понял. Не сдвинуть, как дуб. Во-во-во-во-во, вот такое вот впечатление. Понял. Так, присаживаемся. То есть такое впечатление вообще не напрягает. Натягиваем. Прогибчик. Влево-вправо качнуться, почувствовать пояс, почувствовать стопу. Поясницу расслабить, плечи расслабить, руки в замок, внутренний взгляд направить в крестец, мысли стоп. Делаем пол вдоха, затаили дыхание и от стопы, как домкрат, развиваем усилие. Работает только крестец, колени. Смелее, 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 поехали, 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 еще, 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 еще. И опускаемся. Отлично, присели. Стали ровно, расслабились. О, аж вверх подбрасывает. Я и говорю, что здесь ждать эффекта долго не надо, оно немедленно происходит, если ты сам с собой честен. То есть, если ты не лукавишь, если ты не поднимаешь физикой, а отключаешься и работаешь на статическую нагрузочку.
Хорошо. Отлично. Хорошо. Сейчас еще один подъемчик. Саша, можешь вот эту вот камеру взять? Ну ладно, пускай, ладно, она стоит, вот эту следующую переставим, пускай. В принципе, она берет. Да, не, она все отлично берет. Присаживаемся. Сюда подержим. Не, ладно, нормально. Натягиваем пояс. Влево-вправо качнуться, серединку пояса поймать. Чуть-чуть назад подать вот так. Себя вот так. Плечики расслаблены. Мысли стоп. Вам ничего не надо поднимать. Надо просто разгибать колени. Где-то вдалеке слышите мой голос. Делаете пол вдоха. Затаите дыхание крестцом кверху, мягенько. Пошли вверх. Смелей, 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 смелей. И опускаю. Отлично. Что-то вес идет все легче и легче. Такое впечатление, что снимает. Расслабьтесь. Дайте свободу телу. Ловите ощущения, которые возникают. Он сюда в голову бьет так. Ух. Вот это приятность. Все хорошо физически, никакой боли нет. Нет. Прекрасно. Спазм никаких нет. Нет. Колени чувствуют себя прекрасно. Колени прекрасно. Тут только немножечко что-то такое. Вот, давление пояса. Может быть. Пояснице комфортно. Пояснице комфортно. Вот. Все отлично. Сейчас у нас вот эти крылья бедер, они напрягаются, не напрягаются, они чувствуют сжатие вот этого пояса. Это хорошо. Они тоже начинают оживать. То есть наш крестцовый отдел начинает получать жизнь. Так. А за крестцовым отделом начинает получать жизнь и... А там остальное уже. Все остальное, да. И коленочки, коленочки, да, вот я чувствую коленочки. Угу. Так, сейчас разгрузка. Это в полном сознании, когда глаза открыты, полный контроль над телом, вы выполните один подъем. Четко почувствовав, что у вас расслаблена верхняя часть туловища и работают только стопа, колени, крестец. Дыхание не задерживаете. Присаживаемся. Натягиваем пояс. Так, прогибчик. Почувствуйте крестец. Стопу. Плечики расслабить, поясницу расслабить. Глаза не закрывать. И на свободном дыхании медленно начинайте разгибать колени крестцом кверху, ведя крестец максимально кверху. И поехали. Только ножки работают. Поехали. Смелей, смелей, смелей. Давим, давим, давим. Подержали, подержали. Держим, держим. Почувствовать эту приятную тяжесть. Дыхание спокойное. И медленно опускаем. Отлично, присели. Сядьте ровно. И сейчас уже открытыми глазами почувствуйте, сейчас вас еще раз накроет. Прямо такое вот. Тут такое впечатление, я тут раза в два вырос. Так, постойте пока, именно почувствуйте все это дело. Раза в два вырос. Вверх. Да. Главное, есть с чем сравнивать. Я же говорил, надо рост измерить. Ну, а где у тебя измеритель? Так, сейчас сходим. Первое упражнение у нас, будем считать, что выполнено. Пояс снимаем. Вот. Сейчас будет второе упражнение. Так, мы, наверное, сделаем таким образом. Александр, наверное, сейчас сразу и тебя через это упражнение пропустим.
Давай в той последовательности, потом. А, ну хорошо. Пока, чтобы комплекс был. Я-то свободный человек, это вы заняты. Не-не-не, мы сегодня получили, по-моему, нормальное время как раз. Надо сделать так, как надо. Понятно. Геннадию Петровичу, потом со мной повторишь. Второе упражнение наше, это дожим штанги лежа руками. Недавно я 100 килограмм пожал лежа. Вот тогда я у вас позанимался, я это, как бы сказать, почувствовал, что вот эта вещь. Я закрою лучше, да? Да, лучше прикрыть, чтобы там. Что вот эта вещь, да? Потом многие те таких весов нету. Каратория ванна. Ну там тоже Серпухов ездить. Ну да. Ну а сейчас просто хочу сказать, что сейчас там нет сердца, там нет Анатолия Ивановича. А девочки, они хорошие инструкторы. Ну на том все. Так. Сейчас следующее упражнение. Так. Одеваем перчатки. Это на левую. Тут именно идет вопрос о симметрировании организма. Так, садимся лицом в ту сторону, верхом на скамью. Двигаемся сюда, в сторону ног. Двигайтесь, так. Теперь смотрите, стопы прижаты, а носочки уперлись в доску. Вот так. Вот так, стопа полностью прижата к стопам. И теперь ложимся аккуратненько, не ударьтесь. Так, теперь палец под голову. Двигайте в сторону ног еще. Вот так. Так, давайте под голову валик, чтобы удобно было. Так, все хорошо? Так. Так, подождите, сейчас мы с вами сделаем. Еще двигайтесь в сторону ног. Ноги двигайтесь вперед, вот так. Много, чуть назад. Здесь положение таково, что у нас точка, верхняя часть лопаток будет как раз под этими самыми, под штангой. Смотрите, беремся за вот эти колобашки. Хват таким образом, что палец большой. Нет. Вот таким образом. Распор будет вот сюда, в косточку. Вы слегка вот просто почувствуйте. Так, теперь так. Я посмотрю сейчас, хватит ли вам амплитуды. Нет, не хватит. Давайте в сторону головы чуть-чуть еще подвиньтесь. Туда. Еще. Так. Теперь я сделаю чуть-чуть получше. Подождите. Так. Теперь смотрите, краешек прямо пальцами ощутите вот этот ребрышко. Вот хорошо. И вот этой точкой укритесь, так? И почувствуйте лопатки. Прямо вот как будто припечатаете их к скамейке. Есть? Ну да. Отлично. Расслабьтесь. Опустите руки. Нет, руки опустите. Можно их под бедра подсунуть, чтобы расслабились. Нет, вот так. Если вы смотрите, вот сюда. Вот так. Попробуйте их засунуть прямо сюда. Так, у меня плечи напрягаются. Тогда вот можете так. Вот так. Расслабьтесь. Так, настраиваемся. Наша главная задача — ничего не поднимать, а создавать усилие, разгибая локтевой сустав. Локти чуть-чуть в сторону, да, головы. Почувствовать, создать легкое усилие, почувствовать лопатки. И расслабиться. Все, расслабьтесь. Дыхание спокойное. По возможности встаньте на мостик, приподнимая бедра чуть-чуть. Бедра можно попробовать приподнять их прямо. Оторвать вот. И опереться на верхнюю часть лопаток. Или прогиб вот здесь сделать. Вот так. Сделайте так. Стоп.
Делайте полвдоха и медленно начинайте разгибать локти. Работают только локти. Смелее, 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 смелее. И опускаем, 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 опускаем. Расслабляемся, опускаем руки. И расслабление полное. Главная задача просто разгибать локти. Не свалиться в подъем. Нам он. Это как завершающая фаза только нужен. Беремся. Создайте усилие, почувствуйте лопатки. Запомните прям. Вот так, отлично все. И расслабьтесь. Все. Дыхание спокойное. Мысли стоп. Где-то вдалеке слышите мой голос. Слегка встаем на мостик, сколько можно. И на полувдохе поехали вверх, разгибая локти. Работает только руки. Лицо не напрягает. Поехали, поехали, поехали. И опускаем, опускаем, опускаем. Расслабляемся. Упражнение Геннадий Петрович выполняется на задержке дыхания. То есть сделали полвдоха и затаили дыхание. Когда произошел подъем снаряда, делайте выдох с момента расслабления. От каждого подъема получаем удовольствие, радость. В спине тоже расслабление происходит, там так это как бы, но сокращение имеется. Так. Очень хорошо. Комплексно воздействует на организм. Упражнение беремся. Создайте легкое усилие, почувствуйте лопатки. Прям припечатайте лопатки, они свободно опущены. Плечи не трогаем, когда будем приподнимать. Все, расслабьтесь. Лицо расслабьте. Расслабьте лицо, не напрягайте его. Тело абсолютно расслаблено, кроме той группы, которая будет задействована при поднимании снаряда. Мысли стоп. Слегка прогибаемся, встаем на мостик. Пол вдоха. И медленно, как домкрат. Только локти работают, лицо расслабили. Поехали, 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 поехали. И опускаем, опускаем, опускаем. Великолепно. Опустите руки. Расслабьтесь. Ловите ощущения, которые возникают в теле после расслабления. Возможно, появится тепло в районе лопаток, кистей рук. Общее состояние приятное. Значит, все выполнили правильно. Беремся. Создайте легкое давление, почувствуйте лопатки. Прямо лопатки припечатайте. Плечи свободно опущены, опущены вот так. Вот они, прямо они чувствуют лопатки. Все, расслабьтесь, расслабьтесь. Дыхание спокойное. Не спортзальное, просто такое умиротворенное дыхание. Встаем на мостик, прогибаемся. Пол вдоха и только руки. Мягенько начинаем развивать усилия. Поехали. Смелее, 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 смелее. И опускаем, опускаем, опускаем. Расслабляемся. Опустите руки. Полное расслабление. Прислушивайтесь к ощущениям, они должны быть очень приятные. Беремся. Создайте давление, почувствуйте лопатки. Расслабьтесь. Все, дыхание спокойное. Сделайте полвдоха.
Сандей на мостик и поехали вверх, разгибая локти. Только локти работают. Поехали. Еще. И опускаем. Расслабляемся. Пустите руки. Расслабьте. Приятное ощущение? Да. Это очень хорошо. Значит, вы выполняете все верно. И еще один подход. Беремся. Создайте легкое давление, почувствуйте лопатки, припечатайте их. Так, отлично. Да. Расслабьтесь. Лицо расслаблено. Дыхание спокойное. Вам ничего не надо поднимать. Надо просто разгибать локти. Встаем на мостик. Вдоха и медленно пошли вверх, разгибаем локти, смелее, и опускаем, стараться давление в лицо не пускать, опускаем руки, расслабляемся. Сейчас разгрузка. Надо выполнить 3 подъема на свободном дыхании, в полном сознании. Также мягко, не атакуя снаряд, а развивая усилия постепенно. Руками беремся. Руки не отрываем. Все, лицо расслаблено. Слегка приподнять бедра, встать на мостик. И мягенько на свободном дыхании выполняем разжатие. Поехали. Раз. Опускаем. Лицо не напрягая. Постараться расслабить его. Делаем второй подъем. Два. А сейчас как будто вы тянетесь к солнышку. Максимальную амплитуду. И подержите ее вверху. Задержитесь. Поехали. Лицо расслабили. Поехали. Держим. И мягенько опускаем. Великолепно. Расслабьтесь. Полежите маленько. Сразу не встаем. Я потихонечку потом приподнимаемся. Потихоньку встаем. Лепота. Да, это вот оно, действие статики, именно статической нагрузки. Сейчас, наверное, в голову. Нет, я бы не сказал, что в голову. Вот она в голову, как бы тогда, но это не такой какой-то, а вот какой-то приятный прилив энергии туда вот как вот действительно. В рост пошел. Сейчас с вами сделаем. Сейчас будет у нас третье упражнение. А лежа ты пробовать еще раз? Да, мы его попробуем как раз. Вот сейчас должно быть отпустить спазм, он не должен уже возникать. Ага. Ложимся, да? Сейчас, подождите. Это снимаем? Пояс. Да, снимаем, они не нужны нам. Лежа жмут, они говорят, в кость надо сюда. Mm-hmm. Давить там и са. Вот и здесь те же рекомендации, да? Ну да, в кость как раз. Раз. И это несколько не в кость сжал там. Вот здесь вот весь смысл это как раз убрать сустав большого пальца, да. Потому что если мы давление сюда дадим, а вес-то за 200 килограмм, он сломается. Есть больно. Да, нет, больно. Просто он не сломается, он больно. Место вот, здесь, вот сюда. Ниже. Вот.
Вот оно. А, вот в эту вот часть. Вот в кость прямо, вот оно. Вот в эту часть? Да, да. Вот в эту часть. Чуть-чуть развернуть. Да, 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 на костяшках все. То есть чуть-чуть тебя... развернуть внутрь, как бы, да? Да. Так. Ложимся? Так. Еще рано. Нет, если вы можете в себя прийти, маленечко походить. Ощущение, если все сделано правильно, ощущение жизни появляется на торгах. Ну еще тут ваш голос влияет. Ну, то, что вот издалека, ты действительно куда-то там начинаешь уходить. Ну, да, не сосредотачиваешься. Уходить в это. Сейчас, ага. В какие-то дебри уходить. Все спокойно делаем. Верно. Подождите, подождите. Двигайтесь в сторону ног. К ногам, к ногам, к ногам. Еще. Как-то на стуле. Дверь. Вот так. Да, все. Ну, прыгали на стуле. А теперь вот это вот под голову. О. Удобно? Удобно? Все. Удобно. Так, здесь вот у нас резиночки с правой и с левой стороны. Возьмите их. Можно вверх-вниз их двигать. Это так, для поддержки только рук. Чтобы они просто удобно лежали. Вот так. Мы ими не держимся. Хорошо, да? Продумано. Вверх-вниз скользит. Да. Все это очень удобный тренажер. Так, теперь приподнимаем потихонечку, потихонечку, без спазма, чтобы было. Ноги. Поехали, поехали. И нащупайте косточку. Вот так. Все. Давайте сначала глаза закроем. Сделайте пол вдоха, чтобы долго не зависать. И поехали вверх, разгибая колени. Работают только ноги. Поехали. Смелей, 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 смелей. И опускаем. Опускаем ноги. Расслабляемся. Распрямите ноги полностью. Руки вдоль туловища. Рядом с туловищем можно так положить и расслабиться. Вот сейчас не было спазма. Не было? Справа был не со стороны передней части, а со стороны, значит, задней части легенький. А потом отпустила, да, когда вы разжимаете? Ну, да, да, да. Все, отлично, так и будем действовать. Расслабьтесь, прислушивайтесь к внутреннему. В ногах шевеление идет вот там, где были раньше эти, это, как бы шевелится, шевелится так. Живет своей жизнью. Так, чуть-чуть в сторону головы подвиньтесь, чуть-чуть к голове, в голову, в голову. Вот так, вот так, ага, все. Так, потихоньку приподнимаем ноги. Ага. Нащупываем косточку перед пяточкой. Так, отлично. Все, глазки закрыть. Внутренний взгляд направить в крестец. Дыхание спокойное. Сделайте пол вдоха. Затаите дыхание на полувдохе. Стоп. И поехали. Спокойно. Только ноги работают. Смелее, 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 смелее. И опускаем, опускаем, опускаем. Опускаем ноги мягенько. Распрямляем, руки вдоль туловища распрямляем, расслабляемся полностью. Очень приятное ощущение после того, когда расслабляешься. Главное не свалиться в подъем. Главная задача просто разгибать колени. Все хорошо? Да, так по спине пробегают вот эти вот как бы спазмы. Раз, 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 раз. Угу. Прислушивайтесь. Прислушивайтесь к этому. Угу. Верхнюю часть туловища чуть-чуть вправо, вот туда, влево. Относительно вас. Ага, все. А бедра ко мне чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. Все. Глаза прикройте. Приподнимаем ноги. Нащупываем косточку перед пяточкой. Так, почувствуйте крестец. И расслабьтесь. Обе схватили. Схватило, сейчас. Да? Тогда сделаем таким образом. Не зависаем долго. Вот, а сразу, да? Начинаем мягенько сразу разжиматься. Хорошо? Потому что неудобное немножко положение, потому что ноги не привыкли к такому. Поэтому возникает спазм.
Это есть чем работать. И поднимаем его. Так. Поехали. Мягенько. Смелее, 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 смелее. Давим, 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 давим. И отпускаем. А, сводит все-таки. Ага, больно тут. Когда стоите, нормально. Нет, а мышцы немножечко... Надо пошире было ноги поставить чуть-чуть. Пошире, да. Расслабьтесь, расслабьтесь. Тут любая боль, она не разрушительная, она созидательная. Это вот сигналы о том, что есть проблемы вот в той зоне, вот это вот. Очень четко, как индикатор здесь все работает. И поэтому я нисколько не боюсь вот этих вот, когда проявляется такая боль. Это она говорит о том, что ну работай с этими вещами, надо с ними будет. Она же как раз у меня и левая нога как-то вот колено несколько онемело. Ну сейчас мы сейчас тут как раз спазм вот этот. Он сейчас пройдет. Да, надо подвижность восстанавливать. Пошире, да? Чуть-чуть пошире сделаем. Приподнимаем потихонечку ноги. Без фанатизма. Так, раз. Второй. Так. Подышите. И мягенько поехали. И опускаем. Отлично. Опустите ноги. Расслабьтесь. Сейчас хорошо. Вот и здорово. Сейчас просто очень хорошо. Проводите свой ремонт. Тогда так, нет, она больно была. Вот, 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 вот. Слева особенно. Справа нет. На том же весе, да? Ну, сейчас мы, да, на том же. Сейчас немножечко приподнимем вес. И так легко все это выполнилось, что как-то. А вот он, тонкая грань между тем, когда тяжело и когда легко. Ее вот прямо вот порой не отследить, когда с элемента работы ты переходишь в элемент радости. То есть тебе не надо ничего делать, тебе надо просто получать удовольствие. Да такое впечатление, что я и не напрягался, она сама поднялась. Ну так давайте вот сейчас. Просто здесь не акцентируем на подъеме веса. Внимание, а разгибание коленей. Просто давить, 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 давить и все. Приподнимаем мягенько ноги. Так, нащупываем косточку перед пяточкой. Эту. Так, отлично. Так, все. Ой, опять сводит. Давайте, сейчас мы потихоньку начинаем развивать. Ага. Смелее, 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 смелее. И опускаем, опускаем, опускаем. Расслабляемся. Хорошо. И спазм уходит, да. Когда напряжение начинаешь делать, да? Уходит? Ну, да, 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 да. Потом хочется побыстрее начать движение, чтобы вот это спазм. Ну да, здесь еще не... просто упражнение, оно немножко непривычное, потому что ноги приходится высоко поднимать. Это... Так, а сейчас выполним с вами разгрузку. Я бы еще больше поднял. А ну, в принципе, у нас есть еще два подъема. Я там боюсь за счет спазма. Давайте еще. Легко все так это. Главное. Главное получить удовольствие. Получайте удовольствие. Чтобы ничего не работа была главная, а именно удовольствие. Стопе комфортно? Не больно? Все хорошо, все туда, куда надо. Да? Отлично. Хорошо. Беремся руками за стойки. Поднимаем ноги мягенько. Так. Так. Пол вдоха. Медленно только ноги работают. Смелее, 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 смелее. И опускаем. Хорошо. Хорошо.
Укрепитесь. Потихонечку приподнимаем ноги. Еще один подъем. Так. Так, почувствуйте крестец. Расслабьтесь. Сделаем пол вдоха. И поехали. Смелее, 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 смелее. И опускаем. Вот уже хорошо. Хочется сейчас 100 килограмм добавить. Да. У нас здесь есть интересный момент, что вот после выполнения упражнения должно остаться, как говорил Самодумов, чувство голода. Ага. Еще хочу. Оно на будущее занятие должно остаться. Оно да, обязательно. Саша, на обед готовимся. Так, сейчас. Разгрузка. Три подъема на свободном дыхании. Ставим ноги, не отрывая ног. Приподнимаем ноги. Так. И дыхание не задерживаем. Мягенько пошли вверх. Поехали. Раз. Опускаем. Еще разочек. Два. И еще разочек. Три. Опускаем. Опустить ноги, расслабиться. Ну тут так хорошо крестец вот расправляется. Да. Вот ничего такого нет. Он оживает. Что просто вот хочется, чтобы его потом я что-то там где-то перекатить. Я вспоминал, мне а казалось, вот как раз вот вообще плоский становится. Вот я по-прежнему вспоминаю. Так, сейчас нет. Вторая часть разгрузки. Краем пятки распираемся. Краешком пятки. Прямо. Будем сейчас массировать стопу. Вот так вот. Отлично. А, да. Так. И поехали. Подождите, вот так, подождите, вот эту ногу, вот так. Приподнимайте. Раз, опустили. Приподняли. И сейчас пройдем так всю стопу. Чуть-чуть носочки на себя. Так. И так вот массируем стопу, оживляя все точки на стопе. Так. Комфортно? Да. Отлично. Ну, вот сейчас у вас мышцы будут приобретать возможность более эластичными быть. Вот так. И сейчас пальчиками. Вот так. Опускаем. Так. Опустить ноги. Сейчас можно снять валенки и будем прокатывать стопу. Можно снять валенки. Угу. Сейчас, Геннадий Петрович, распираетесь краем пятки. Краешком, прямо краешком, так, и вторую ногу, так, сами регулируете давление, а я пошел катать, приятное давление регулируете, ага. Вот, идет активация всех ох точек, ты. Вот оно, вам таковых в реквизиции поработать, а тут уж сам регулирует, хорошо, вот. Это новое ощущение. Ай, как хорошо, посреди сюда. Ага, сейчас он влезет. Садист с мазохистом. Так, сейчас пальчиком и к пяточке идем. Сейчас и пяточку немножечко. Вот так. Пяточку можно давить на себе. Так. И сейчас к носочкам. Посредине у меня вот больше всего. Ага. Ох. Вот здесь вот она. Так. Ох. И пяточки выводим. Все. Расслабьтесь. Все, отпускаем. Да. Хорошо. Да. Да. Расслабьтесь, руки можно будет. Хотел записать, не записал. Загудела ступня, загудела. Хорошо, да? А от нее ноги начинают гудеть обратно. Так, здорово. Так, у нас 21. На этом все? Да, пока все. Пока все.
Вот, Геннадий Петрович, вот буквально несколько занятий и уходят вот эти спазмирования. Александр, зря он не приходит, я бы тут постоянно. А ну он, у него свое, у него там кино. Что значит не приходит? Он не ходит. А я где сейчас? А я где сейчас? Просто не время было. И все. Ой, отлично, отлично, отлично. И вот как раз под конец вот эти вот спазмы действительно раз, я думаю, вот спазмируют. Нет, ушли, а в начале что спать не. Вот так. Не наклонишься, нет. Сколько в нас сокрыто? Вот нам надо только себя открыть. Это вот никто же это не делает за вас, это вы сами же делаете. Ну я рад, что у вас спазмирование это прошло. Вот это. Это вот уже результат. Что тут у меня? А у вас? Вот у вас. Дожим штанги лежа ногами 345 килограмм. Дожим штанги лежа руками 245 килограмм. У вас оба руки сильные. И дожим штанги, вернее, штанга на поясе 425 килограмм. Еще я один момент. То, что это гимнастика, она не спорит ни с одним видом практик. Она их приятно дополняет. Любая практика будет кратно усиливать свое воздействие, если человек прозанимается вот здесь. Я искренне надеюсь, что с вашей помощью мы сможем дать жизнь этой гимнастике.